О метео и астропрогнозах расскажет вам Небесная канцелярия. И вас приветствует наш спонсор Северодвинский хлебокомбинат. 8 августа, по данным Гизметео, в Северодвинске ночью ожидается 18 градусов. Ясно, без осадков. Днем температура поднимется до отметки плюс 20, пасмурно, дождь. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление в течение дня практически не изменится и к вечеру составит 752 миллиметра ртутного столба. Стоит обратить особое внимание на то, как складываются отношения с окружающими. В этот день именно совместная деятельность будет особенно плодотворной, но лишь в том случае, если ей не помешают мелкие разногласия по нелепым поводам. Творческие люди, обладающие схожими взглядами на мир, легко находят друг друга. И это может вылиться как в долгосрочное сотрудничество, так и в головокружительный роман. На этом у меня все. Желаю яркого настроения и широких улыбок. До свидания. На конкурсе «Архангельское качество 2014 года» Северодвинский хлебокомбинат подтвердил высокое качество своей продукции. Высшие награды конкурса получили хлеб дарницкий и батон нарезной. Спрашивайте качественный хлеб в магазинах города.